Сейчас концерт в клубе «Лес» будет последним. Последним в старом формате. Джек Вуд — это не только рев гитар, безумный драйв и безумно сексуальная и с дикой энергетикой вокалистка на сцене. Это еще что-то другое, что-то большее. Я не думаю, что мы вообще откажемся от джекуровского звучания, потому что оно все равно еще в нас живет.